И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Lost Island. И сегодня мы пойдем в секвою. Да, все тот же самый аркер сказал, в секвое есть на отдельном острове, как видите, я туда сгонял, замок. И по идее там заселиться было бы неплохо. Посмотрел этот замок, огромнейшая территория, но это получается не совсем как на этом, как не как на фьордах было. То есть там нужно будет строить свои здания. На фьордах я, к примеру, мог разместиться в уже готовых зданиях, там же угольные стены. Но мы это все увидим, и я подумал, как вариант, может быть и там построюсь. Не знаю пока еще. Пока что переселимся туда. Почему еще не знаю? В процессе все это дело вам и объясню. А пока что надо что? Правильно, все собрать в кучу. Да уж, один только металл сколько весит. Залутал немножечко седел. Пока летал, рецепты, седла, все дела. Пускай будут. Так, подожди-ка, а сколько у тебя вес? У тебя веса 600, тебе надо было вес качать, а не урон по большей части. Хо-хоу, хо-хоу-хоу-хоу, жопошная жопа чуть-чуть. Ну ладно, ладно, тогда что делаем? Тогда что делаем? А все равно хватаем все свои пожитки и идем туда. Ой, 800 веса, обалдеть, вот это я пожиток, конечно, уже нахапал, так нахапал. Так, скидываем все сюда. Да, это неплохо. А что тебе качать? Выносливость тебе качать. Так, дальше что у нас здесь? Оу. Здесь тоже вес так не кисло. Ну и основной вес, конечно, будет у меня в качестве металла. Чё я не могу перенести? Уверен, что хотите передать все совместимые... А, ну, господи, это обычное предупреждение. Вот я нифига сейчас тупить. Ладно, собираем пожитки и вперед. О, еще 300 веса. Металл еще не загрузил, но у меня вес 4 сотки. И это да, как бы пока что смешно. Смешно, но работает. То есть у него получается, вот он загружен уже, можно так сказать, и битком, а у меня все еще 400 веса. Это прям, то есть в нем уменьшается... Слушайте, я реально, я не тупил. В нем уменьшается вес, и я его на себя, на плечи надеваю, и еще уменьшается вес. То есть он уменьшает вес, и он сам становится легче на моих плечах в 2 раза. То есть реально в 4 раза уменьшается вес. Слушай, я не тупой. И надо, короче, вот по ходу дела металл складывать в него по большей части. Он тяжелый. Хотя любой вес, любое, так сказать, что в него сложишь, будет тяжелым. Ну вот, к примеру, блин, да не сильно там мне вес это прибавит. Че-то по ходу дела буду выкидывать. Как вариант, дерево. Почему? Это ж секвой, там дерево полно. Я вот сейчас так задумался. А ведь реально... Ему надо вес качать. Ведь я, получается, уменьшаю общий его вес. То есть на мне он будет весить не 750, а в 2 раза меньше. То есть, соответственно, мне нужно ему увеличить вес. Допустим, 800 веса, да? На мне он будет как 400 висеть. Так? А по факту не 400 будет, а 1600. То есть, как бы... Надо было все-таки вес качать. Выносливость тоже хорошая штука, но выносливость мне его потом пригодилась, а не во время переезда. А такие вот у меня дела, так сказать, приходят такие мысли в голову. Но в целом-то понятное дело, что мне выбросить. Как я уже сказал, половину дерева, грубо говоря, вот выбросим, и то уже будет хорошо, даже можно и больше. Вот, и то уже будет хорошо. А, да, что я там собрался скидывать там? Здесь я подкачал немного вес.
И в целом, да, то есть уже как бы получше. Ну, хотя все еще, я думаю, о чем чаще выбросить. Ой. В общем, ему для... Вот если вам нужен пет рюкзак, Синемахропсу точно нужен качать вес. Обязательно. Да, здоровечко, выносливость, это понятное дело. Но вес. Вес. И качать нужно в два раза больше, чем у вас. Ну, грубо говоря, да. То есть у меня 1000 веса. То есть если я ему 2000 весов качаю, то только тогда я заработаю перевес, взяв его на плечи. А он сможет вмещать 4000 веса. Ну, то есть как бы ему есть смысл 1000-1500 примерно веса вкачать. Да нет, даже поменьше. Чтобы не было соблазна забивать его битком. Короче, да. Мысли прикольные. Но к переезду. Смотрите, про что я имел в виду. Я сейчас вкачал, пока, в общем, тусил, вкачал ему вес. Видите, да? Я сделал немножечко примерно сколько было. Ну, вот 757 было. Посмотрел по видосу. И смотрите, что мы имеем. Допустим, мы имеем у Птера вес 665. Загружаем все в Синамакропса. Вот его забиваем. Прям забиваем его. И вот про что я говорил. То есть, как бы, сколько веса, как говорится, освободилось. Ну и плюс еще и Птеру. Вес сейчас качну. Да. В общем, всего-то надо было постоять немножко АФК и потупить. Я по-другому это называю, но по факту я постоял и потупил. Кстати, вот, в правом верхнем углу таймер ускорялки, вы видите, сколько я тупил. Сколько было времени и как оно исчезло. Подлетаем уже к озеру. И в целом, чем мне то место понравилось? Понравилось тем, что много ресурсов рядом. Рядом пещера, с которой спавнится металл и кристаллы. Понравилось тем, что деревьев много, это понятное дело. То есть камня много, тоже вообще замечательно. Есть большая стена и как бы все хорошо. Не нравится чем? Реально большое пространство. Вы сейчас увидите. Ну, как говорится, кто знает об этом замке, вы знаете, про что я говорю. С одной стороны, как бы большое пространство, с другой стороны, да не сильно-то уж и большое. Если так это подумать, то на фьордах у меня примерно такое пространство и было. Единственное, что, пожалуй, как я уже сказал, хуже, чем, это мне нужно самому строить здание. Да. И когда я сюда подлетал, здесь была какая-то непонятная фигня, прям какой-то жесткий прогруз. Кстати, вот в той пещере, там есть и металл, и кристаллы. Вот. В целом прикольно. То есть вот в эти башенки можно заходить, там все дела, здесь все подсвечивается. Ворот поднимать нельзя. Жалко было бы, конечно, прикольно такой. Хоп-чишка, ворот поднял. Но это было бы слишком читерно. Наверное, не знаю. О, насколько было бы это читерно, но в целом да. Здесь есть вот такие разрушенные здания. Вот, к примеру, здание таверна. Почему они разрушены, как бы логично. То есть вот на замок нападали с этой стороны. Собственно, поэтому. То есть зашли сюда. Кстати, тоже не сильно логично, почему именно отсюда, как, ну, хотя логично, есть что-то в этом. Типа сваты, все дела, и здесь подъем, не то что с той стороны. Вот, и как бы вот все здания разрушены. Это как бы понятное дело. Одно мне непонятно. Если здесь здание есть, то почему тогда здесь нету, если что, это главная территория, та пристройка. Как-то понять, ну, во-первых, как он, баркан, если не ошибаюсь. То есть вот это вот, он стоит, видите, задвинутый. То есть у него башня всегда выдвигается вперед. Постройка замка для того, чтобы ты мог с башни атаковать тех, кто у тебя стоит под воротами. Вот, это первое. Ну и потом, что я второе заметил уже, как говорится, после того, как понял, что это там центр. Бойница, вот они. Точнее, не бойница, ну, бойница вроде, если не ошибаюсь. Вот, то есть как бы... Вопрос, где замок? Алло, где замок? Хотя бы развалины, это как бы да. С другой стороны, как бы понятно, почему его нету. Ну,
типа построиться, чтобы человек, игрок, мог сам построиться и так далее. Но, блин, но. А может, я не хочу строиться, может, я жопа ленивый, ё-моё, я еще не упал туда, удивительно. Может, я жопа ленивый и не хочу строиться, а? О, я могу здесь ягодки собирать, кайф, прям на крыше, здорово. Вот, на скобочке нет. И, как бы, ну, в общем, и плюсы, и минусы есть. Жить, конечно, в башне такое себе, но, как видите, это можно устроить. Кстати, а ты у меня на... А, ёб твою за ногу. Ах ты, пиздюки. Я их сагрил, когда это... Они... я вылезал, они... сагрил, короче, их. Ну, бывает такое. Вот такая вот непонятная фигня. Ну, в любом случае, давай сейчас... вылезай. Давай сейчас зачистим территорию. Слышь, а птер пролазит вообще-то. Не шутя, птер здесь пролазит в такие эти. Ох. Серьезно. Не, так сказать, нежданчик. Да, я на локалке, поэтому я так могу делать. Сейчас я это часто, наверное, буду повторять, чтобы у дебилов не было вопросов. Ну, ей-богу, когда пишут в комментариях: «Ой, да у тебя такой большой урон, да его быть не может». У меня только вопросы к этим людям возникают. Это дебил. Вот, мы видим динапитеки. Да. Томить их, конечно, еще... Та жопа, просто ты, они жесткие. Вот, томить их, конечно, еще та жопа. Я так мимолетом где-то, вроде когда по карте смотрел, что как где, мимолетом там сказали, как их томить. Ну как жопа? Это прикольная жопа. В том плане, что, ладно, тушуйся, что сама, так сказать, механика, во, вспомнил, механика томления прикольная, необычная. В очередной раз, черт побери, необычное. Вот. Поэтому... Вот, кстати, вот это вот... Чё, это... Адолесент. Адолесент, это типа... Этот, что ли? Глава? Вожак? Вожак? Хе, наверное. Чё-то я об этом-то не задавался вопросом. Так. Ну, в любом случае, изучаем территорию. Чтобы здесь не спавнились диносы всякие, и не только диносы. Так, это у нас башня. Здесь обязательно нужно будет построить... точнее, ну, поставить какие-нибудь предметы, постройки и так далее. Я, как вариант, поставлю просто фундаменты, чтобы они вот на этой территории все-таки... Во, нашел выход! Все деревья обязательно, деревянные камни нужно будет срубать, чтобы я вот так вот по своей территории не блуждал. Так, ну вот в эти двери у меня точно птер проходил. Да, 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 да. Фенрир, он все-таки здоровый. Вот, ну и, соответственно, нужно будет тогда стену починить. Если я здесь собираюсь строиться, значит, нужно будет починить стену. Вау, добрый вечер. Интересно. Это кузница. Как я понимаю... О! Ну да. Было бы прикольно, если бы можно было их использовать. Прикольно. Это же все-таки металл. Бревна. Прикольно, прикольно, прикольно. Мне нравится. Мне нравится вот смотреть вот такие постройки. Почему? Потому что... ты как бы... смотришь задумку создателя карты. То есть ты смотришь то, что у него было в голове. Слушай, а это собрать можно? Да... Кайф! Редкий цветок! Я просто смотрю на вид, он похож на редкий цветок, и из-за этого я и сказал, это собрать можно? Да! Почему я так рад этому? Потому что хилки делаются из редких цветков мои. Да, это неплохо. И, соответственно, здесь строиться поблизости нельзя, чтобы редкие цветы дальше также спавнились. Вообще, я хотел в то здание зайти. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь.
Да, прикольно. Реально, вот без смеха мне реально интересно то, как задумывал разработчик карты. То, как он все это делал, как он придумывал и так далее. То есть вот здесь вот обязательно типа стоит таверна, да, вот, допустим, таверна, отлично. Здесь вот стоит кузница. Да, из наполнения, конечно, только столько, но ладно, ладно, хоть что-то есть, это уже хорошо, всяко не пусто. Пока что кузница самая такая интересная по наполнению, то есть там и печка, и наковальня стоит, так, добрый вечер. Вот, и как бы все здесь хорошо. Так, компики, я вас помню, я вас видел. Так, мишеньку тоже надо завалить. О, добрый вечер. Часовня? Да нет, это уже больше церковь. Да, часовня-то они маленькие. Офигеть! О! Ну, ты красава. Ого. Блин, было бы прикольно, если бы здесь бы можно было что-то найти, какую-нибудь типа, заметку, да? Просто заметку, я не знаю, с каким-нибудь текстом от разработчика карты. Типа шкаф и все дела. Так, ну здесь-то ничего нет такого, да? Да, ничего нет. О, а на эти можно вставать, прикольно. Отлично. Финрир, красава. Так, вот тебя точно надо валить. Ты мне будешь мешаться. Так, по-моему, пенек. Ну, там точно нечего смотреть. Ой, добрый вечер. Кого ты там мочил? А, ну здесь тоже ничего нет такого. Ну это таверна, да, но у них всегда был подъем наверх, сверху чаще всего идут спальни, а снизу, соответственно, уже сама, что ни на есть, таверна. Ну, таверна, конечно, да, здесь уже и наполнение и так далее, это, конечно, да. Мы сразу же видим все. Ну, а не, а, подвал засыпанный. Думал я, но он не засыпанный. Да, было прикольно, если бы они были бы рабочие, и мне бы не пришлось их ставить, прикинь, они реально были бы рабочие, блин, ну это обидно, если бы они реально были бы рабочие, и их бы это, не пришлось бы мне ставить, и они бы пиво бы делали, а вот это был бы чит. Да, я сам же ответил на свой вопрос, почему их нету, да, это был бы чит конкретно, ну прикинь, у тебя просто стоят бочки, которые нельзя сломать, и которые тебе постоянно делают пивас, ну такое себе даже. Как минимум неправильно. Ну и это второй этаж таверны. Красиво, красиво, прикольно. Здесь вот стена обрушена, то есть это вот сверху стена упала. Конечно, непонятно, как она упала сверху и не сломав козырек, но, допустим, оставим это на совести разработчика карты. Ну или того, кто это делал. Здесь есть медок. Это прикольно. То есть здесь у меня получается, ну слушай, неплохое место есть, если уж на то пошло. Так, грибы лутабельные. Грибы лутабельные, редкие грибы, редкие цветы. Есть мед. Добрый вечер, Традон. Опа. Я вас по звуку определяю, после того, как я от вас когда-то давным-давно бегал, это просто ужасно. В итоге, еще раз. У нас имеются редкие грибы, редкие цветы, куча дерева, которое спавнится вот в той пещере. Находится вот где-то вот в той пещере находится металл, кристаллы. Что, пожалуй, если еще в озере в этом находится жемчуг, это будет прям топово. И да, у меня не отходя от дома есть абсолютно все ресурсы, которые мне нужны. Вечно ты вот этих вот пытаешься трупики дожрать. Ой, что-то опять сообщение как-то пошло. Блин. Походу дела, я реально здесь и остаюсь. Даже пруд для рыбалки есть.
Но, понятное дело, здесь рыбачить нечего. Ну, здесь некого. Не на кого рыбачить, точнее. Не. Ну как это сказать? В общем, рыбы здесь нету. Здесь рыбы нет. Как в Ералаша старых выпусках. Ну блин. Интересно. Да, все-таки пешком подняться намного быстрее будет. Главное не свалиться в этот. Да уж. Ну что могу сказать? Придется да облагораживать это место, застраивать эту стену обязательно, чтобы никто сюда не забежал. Случайно, специально, неважно. Главное, чтобы никто не забежал, потому что, сами видите, здесь стая бабуинов тусуется. Неважно, как вы их назовете. Это бабуины. А, нет, у них есть детеныши, юноши и так далее. О, прикольно. Блин, было бы прикольно, если бы вода замерзала бы от того, что Фенрир бабахает по воде. Хочу вам показать место рождения этих металлокристаллов. Подплываем уже ближе. Ну, естественно, сарка будет у меня агриться. Кстати, надо посмотреть, что нужно на боссов и сразу же лутать. То есть не терять эти всякие лутины, мочить всех по пути и так далее. Вот как, допустим, сейчас хоп, и лутаем сарка. Сарка скин. Сутрицпятый. Неплохо. Жирненький. Так. Воу, не падай. Отлично. И вот здесь, что, собственно, это пещера. А, в целом, пещера прикольная. Ну-ка. Ты что-нибудь лутаешься? О, у меня очищенная соль. Здорово. Ой-ой-ой, подлагнуло. Вот они, кристаллы. Камень, металл, и это все рядом, это значит будет постоянно спавниться. Плюс-минус. Но спавниться будет чаще, нежели где-либо, скажем так. Где-либо в других местах. Я все-таки играю на локалке, это стоит учитывать. Давай выкидываем всякие хлам. Да, я в металла на броне, так что это хлам. Так что вот... Как-то так. Да, конечно, это... Так. Да ёб твою ж за ногу, я вообще-то хотел почитать, кто он. Ладно, красава. Я хотел труп почитать, там было бы по-русски написано, кто там, но... Ну, вы поняли. Во, к примеру, юнец. Дживни — это юнец. Отлично. Осталось только еще понять, что... у другого, что означает. Тогда здесь гигант Питеки тусуются. Стандартные, так сказать, жители. Ё-просто, откуда у вас столько? Не было же их. Да. Самое, конечно, отвратительное — это пробираться через воду. Ну, да, посмотрел по карте ресурсов. Здесь, собственно, показывают только редкие грибы. О, редкие цветы. Кстати, редкие грибы не показывают. Да и в целом в списке их нету. То есть показывают редкие цветы. Вот еще все, что я вам показал, то он и показывает. Ну, кроме редких грибов. Грибы почему-то не показывают на карте, но там в целом в списках их нету. Да. За жемчугом придется все-таки в море гонять.
Ну, там, вроде бы не только в море, но вы поняли все равно, куда как бы гонять придется. Где мой тир? Динопитек. Оп, краснозадые. О, бэйби. А, слушай, это же сверху же написано, кого я валю. Ёпрст. Надо будет запись пересмотреть по ходу дела. Где мой птер? А, вон ты где. А почему он зеленую надпись не видел? Ну, в общем, что могу сказать. По ходу дела, да, буду строиться здесь. Кстати, здесь лучи спавнятся рядом. Тоже прикольно в этом плане. И много чего здесь прикольного. Но самое, что, наверное, не прикольное... Вот захавал опять. Это то, что мне все-таки придется строить здание. Вот как я не хотел не строить здание, но мне все-таки придется это делать. Я хотел как на фьордах, на халяву. Вот это вот и все, где-то там у тебя есть здание. И жаль, увы и к сожалению. Ну что поделаешь? Фенрирчик. Кстати, Синемакропс, ты у меня, ого, прокачался отлично. Плюс еще косарь весом. Можно так сказать, скинул практически все. Так, вот это выкидываем. И оп, 550 веса. То есть веса не прибавляется. Не, в целом, конечно, можно для начала где-то вот в таком месте построиться, но вы сами понимаете, это не очень. Поэтому бензопилу залутал. Остается бы еще бурбу построить как-нибудь, вообще было бы хорошо. И будет все замечательно. Предстоит большая постройка. Ну а я что? На этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Там все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.